Более 1,5 миллиарда рублей направит на содержание участков трасс М7 и Р-240 Федеральное управление дорог при Урале в Башкортостане. Как сообщает издание «Коммерсант Уфа», аукцион по подбору подрядчика назначен на 3 мая. В стоимость контракта входят работы по содержанию 162 километров дороги М7, 27 километров трассы Р-240 на западном обходе Уфы и расположенные на этих участках искусственные сооружения. Подрядчик обязан предоставить 5-летнюю гарантию на электрооборудование, барьерное ограждение, дорожные знаки опоры, 3-летнюю на межевание знаки полосы отвода, годовую при устранении деформации и на разрушении дорожного покрытия и полгода на разметку. Срок действия контракта с 1 июля текущего года до 30 июня 2023 года.